Во-во-во-во! Куда это я попал? На какую-то странную кухню в каком-то странном доме. И почему я выгляжу как яблоко? А все на самом деле очень просто. Это очень прикольная игра, в которой даже есть режим пряток. И называется она Secret Staycation. Что в переводе означает секретный отдых. В общем, наша главная задача, если в этом режиме мы играем, то есть не в прятки, это собрать разные виды продуктов. Овощи, пиццу там, помидоры всякие разные и так далее. Для того, чтобы открыть вот эти вот все прикольные скины, которые мы, конечно же, можем использовать в прятках. Я уже, допустим, понаходил себе, например, скинчик помидора. Кстати, он очень прикольный, потому что маленький и очень мобильный. Он прыгает очень высоко, и это дает небольшое преимущество. Смотри, какой он мощный просто. Что нам нужно сначала сделать? Нам нужно проходить полосы с препятствиями для того, чтобы добираться до новых скинов. Ну и, естественно, их открывать. Давай попробуем, короче, забраться на поезд. Может быть, он нас подвезет в самый верх. Отлично, у меня получилось. Ну что, теперь только ждем, когда поезд довезет нас на самый верх. А я, кстати, вижу печеньку там. А мы можем на нее... Да! Стой! Я добрался до печеньки! Шоколадное печенье, теперь я могу брать этот скин. Давай возьмем его. Так, где у нас печенька? Вот, нет, это картошка. Я хлеб даже уже нашел. Так, а где... Вот печенечка! Теперь я играю печенькой. А ну, кстати, по мобильности она как вообще? А, слабовато, конечно. Но хотя бы с ее помощью мы сможем, наверное, добраться вот туда. И получить нашу тыкву, которая находится наверху холодильника. Кстати, если ты хочешь поиграть в эту игру вместе со мной, ну, например, в режим пряток, обязательно напиши об этом в комментариях, потому что мы в нашем телеграм-канале соберем лобби и пойдем поиграем в прятки. Почему нет? Так, будет, мне кажется, интересно. Да блин, с этим печеньком невозможно добраться наверх. Нет, нужно поменять на что-то другое. Например, опять же таки, на это яблоко. Так, где наше яблоко? Ой, на яблоко. На помидор. Так, отлично, теперь я буду помидором. Так, ну что, поехали. А давай попробуем запрыгнуть на поезд с этой стороны. А ну-ка, подожди. Оп! Нет, я перепрыгнул. О, боже мой, это что, лед? Это что, лед? А как мне остановиться? Алло, подожди, стой. Да остановись ты. Ух ты, прикольно, здесь даже есть лед. Так, ладно, нам нужно искать. Так, пиццу я уже собрал, она находится под диваном. Но в ней не очень удобно бегать. И я вижу еще один овощ. Что это такое, помидор? Да, или что это? Это, по идее, помидор, но я уже играю за помидора. Ай, черт, не так просто туда добраться еще. Да елки-палки, да что ты будешь делать? Да что ты будешь делать с ним? Так, ладно, наверное, надо подальше. Нет, надо еще подальше. Вот примерно отсюда, вот со стола. Попробуем запрыгнуть туда. Отлично! Я взял помидор. Но я... А, я был яблоком, я не был помидором. У меня теперь большой помидор. А я вот играю маленьким. Это, походу, у нас черри. Так, давай посмотрим, что у нас еще здесь есть за овощи или фрукты. Но, скорее всего, нам нужно будет подниматься на самый верх. Вот, кстати, я вот в этой корзинке обнаружил еще что-то. Это что? Это лимон. Но получить мы его можем только, если закарабкаемся на эту тумбу. И тут, кстати, есть еще комнаты отдельные. Может быть, там попроще будет. Но я хочу сейчас попробовать забраться на вот эту... На этот пылесос, а потом забраться на эту тумбу. Так, да... Ай, черт, я остановился случайно, не ту кнопку нажал. Тут можно регулировать скорость. Так, давай поставим медленно. И будем медленно карабкаться на самый верх. Таким образом, мы, получается, по итогу получим и вот этот лимон, и то, что нас ждет там на самом верху. Потому что наверху тоже есть какой-то овощ. Так. А как дальше? Я таким маленьким же не смогу так просто. Он же прыгает очень далеко. Или можно не прыгая? Давай попробуем не прыгая. Ай-ай-ай-ай, отлично, у меня получилось. Так, давай теперь заберемся сюда. А теперь нашей задачей является допрыгнуть туда наверх. А как мы это сделаем? Не, ну слушай, а как это сделать теперь? Стопы! А как я запрыгну на самый верх? А я не знаю, кстати. А если мы присядем? Стой, нет, присядь мы не... Так, давай попробуем теперь. Так, но мы не можем допрыгнуть на самый верх. Нет, мы не можем. Ай, черт, я упал. Нет, но это точно не на черри нужно проходить. Это нужно какой-то другой предмет брать для того, чтобы туда запрыгнуть. Так нереально будет просто. Давай посмотрим, что мы можем еще в этих комнатах найти. Да, будет прикольно поиграть еще, попробовать в этом, на этом видосе в режим пряток. Тоже сейчас мы чуть-чуть тут побегаем и пойдем в прятки поиграем обязательно. Что, унитаз? Мы можем попасть в унитаз. А, подожди, тут еще какой-то предмет. Стопе, я что-то нашел. Так, давай по-быстрому будем передвигаться. Стоп, дыня! Я нашел дыню! Прикинь, теперь у меня есть скин дыни. Кстати, с дыней, возможно, будет проще передвигаться по вот таким вот платформам, потому что она прыгает не так высоко. Вообще, большие предметы в этой игре прыгают не очень высоко, и они не очень подвижные. И на некоторых вот таких вот участках, где нужно пройти вот эти всякие испытания, будет очень удобно играть именно за большие предметы. Я хочу попасть в унитаз. Получится, нет? Интересно, куда это меня приведет? О, боже мой!
Что это было? Но меня откинуло, смотри, я мокрый теперь. А, ничего себе, это так работает. Ладно, я предлагаю пойти в режим пряток. Так, ну что, игра начнется прямо сейчас. Поехали, протестируем прятки в этой игре. Блин, почему я за дыню играю? Ё-моё, это последнее, что я выбрал, а как мне прятаться теперь? Так, ладно, погнали где-нибудь спрячемся. У нас есть 50 секунд. Детективное яйцо просыпается через 45 секунд, и нам нужно успеть сныкаться. А ему же еще нужно будет нас достать? Так, подожди, стой. Ну блин, ну дыня вообще нереальная. Ну как с ней можно? Ну посмотри. На дыне вообще нереально, блин, передвигаться. И это еще был быстрый режим, кстати, ее скорости. Так, вон яйцо я вижу на карте. Давай попробуем подняться сюда. Блин, в следующий раз я не буду дыню выбирать. В следующий раз я буду играть на чем-нибудь более подвижном. Например, на помидоре. Я даже запрыгнуть не могу на элементарную полку. Давай попробуем здесь. Она еще крутится так смешно. Что происходит с этой дыней? А сюда мы сможем добраться, интересно? Давай по-медленному будем идти. Так, вот так вот, если мы будем подниматься, я думаю, нас здесь это яйцо не достанет. Но спрятаться нереально просто. На таком... Все, детектив уже идет. Там нужно прятаться от него. Он нас поймает, и игра будет закончена. Давай, дружище, давай. Поднимайся. Ну-ка. Ты что такой медленный? Капец, вот это я, короче... Рандомно выбрал дыню, и мне что-то как-то не повезло. Она падает. Ну, конечно. Все. Ой, яйцо. Яйцо! Стопы, яйцо, стой, не трогай меня. Смотри, он пытается поймать этот лук. Он пытается запрыгнуть туда, но у него ничего не получается. У нас на все про все есть 3 минуты 22 секунды. Так, давай, короче, бежим отсюда. Да я даже убегать не могу. Все, меня яйцо поймает. Яйцо, стой, не трогай меня. Да я... Это так нечестно, яйцо! Яйцо не может... Яйцо меня поймало, красава просто. Не, ну чекай, ну смотри, там даже на кассе можно клацать кнопки. Блин, это очень прикольно, но я хочу выбрать другой предмет. Ну, что-нибудь более подвижное. Ну, например... Например, вот помидор мы, кстати, не использовали. Мы его получили, но так и не использовали. О, помидорчик, отлично. Теперь можно пойти поиграть в прятки. Так, у нас есть 40 секунд для того, чтобы спрятаться. Поехали. Давай попробуем вот сюда, вот за эти полки. А он тут нас найдет, интересно, или нет? Вот тут реально, если спрятаться. Нет, тут нас очень видно. Тут нас очень видно, блин. Надо подниматься куда-то наверх. Например, вот туда. Давай попробуем там спрятаться. Яйцо прямо здесь. Так, давай по-медленному. У нас еще есть 25 секунд. У нас еще, в принципе, время есть. Там, да блин, на эту штуку так просто не забраться. Черт побери, я опять останусь пойманным. Можно было бы поменьше, конечно, продукты выбирать, но здесь нельзя. Так, ну у него еще задача не просто меня обнаружить, у него еще задача меня найти и поймать. Давай вот сюда вот спрячемся, ну-ка. Да, давай вот так вот. Здесь, я думаю, у нас все получится. Во, а как он туда наверх забрался? Посмотри, где он... Да блин, я падаю. Все, он меня ищет. Он ищет всех. Так, давай попробуем по-медленному пройтись. Я думаю, что у него не все так гладко получится, если он захочет сюда пробраться. А кто-то там прям поднимается на самые высокие полки. Туда вообще не добраться. Я не знаю, каким образом, но, видимо, чуть позже я привобаюсь и тоже смогу так делать. Так, ну хотя бы сюда давай. Если мы присядем сейчас, я не упаду? Отлично, я не упаду. Давай посмотрим, где он. А, вон он внизу пытается залезть на верхнюю полку для того, чтобы всех поймать там. Давай проверим как-то. Мы сможем так камеру? Да, там можно... Не, ну мне кажется, что все. Апельсину пришел конец. Зря апельсин это сделал. Но меня он точно не поймает. Смотри. Оп, и апельсина поймал. У нас еще есть 3 минуты. Я не думаю, кстати, что он успеет всех поймать за 3 минуты. Это слишком имбовые прятки на самом деле. Мой помидор прям тут сидит и моргает глазами. Он еще нашел кого-то. Слушай, он уже нашел 4 из 15 игроков. А чел неплохо так шарит. Я не знаю, интересно было бы поиграть также и за искателя. Как у него вообще обзоры? И, наверное, он видит всех игроков. Он нашел уже 6 предметов из 15. Уже 7-го откопал. Так, мне кажется, мне пора отсюда слазить. Так, встаем. В смысле без прыжка? А я не могу прыгать. А знаешь почему? Потому что время подходит к концу. У меня ограничивается, наверное, и скорость, и прыжки. В общем, теперь... теперь понятно, почему он так быстро всех ловит. Но меня он поймает, сейчас, если прям ко мне пойдет. Блин, не, ну он, конечно, очень хорошо играет. Посмотри, как он ловко это все... Все, меня сейчас поймает. Или нет? Он меня что, не видит? Серьезно? Он меня не видит?
Прикинь, он меня не обнаружил. Но у него хотя бы есть прыжки, у меня прыжков нет, я не могу нажимать на прыжок. Мне кажется, он не успеет найти всех. Но это вообще нереально, в принципе, найти 15 продуктов за такое маленькое количество времени. Ребятам, все отлично, отлично. Закончена игра, он нашел 9 из 15, я заработал 14 очков. В общем, ты понял, что за игра. Очень прикольная, если тебе понравится, будем играть с тобой вместе. Обязательно напиши об этом в комментариях, чтобы мы могли собрать лобби в нашем телеграме и пойти попрятаться вместе. Будет прикольно, я думаю.